Всем привет, это Северный Степной Крым. Сегодня у нас 23 уже июня 2022 года. 20 градусов тепла. Время послеобеденное. Свинья. Свинья, морда ты. Прошел у нас хороший ливень. В общем, полдня дождь. До обеда. Ну и в обед еще поливал хороший ливень. Еще недавно здесь вода полностью стояла во дворе. А тут уже солнышко засветило, пока я там еще мед докачиваю. Чем уже вышел, а тут на пасеке уже такой рев. Пчелы молотят. Какой-то взяток пошел после дождя. Реально молотят пчелы, смотрите. Это явно не облет, они работают все. Но место им всем освободил, у них всех появилось куда заливать новый мед. И все работают. Гляньте. Да, полные приходят. Тащат брюхи. Полные что-то несут. Явно не воду. Вода им явно в таких количествах ни к чему. Что-то значит дают. Такую-то. Ну реально холодно было. Капец, вот ветер был холодный, ураган такой. Ливень лил, как с ведра. Еще недавно. Час назад. А через час вот так вот. Уже пчелы работают. Конкретно пошли в работу. Ну нормально, они там переформатировали, в общем. Пока было прохладно, сильно не летали они, пока дождь был. Они переформатировали в ульях, освободили гнезда, подбили мед вверх с гнезд. Бакфаст активно подбивает мед. Из гнезд прям выносит практически полностью его. В ноль выносит практически. Мед весь наверх. Вот такие вот похолодания очень хорошо. Ну, помогают им переформатировать вот это все дело. Вынести сюда, ну, такой же более зрелый, готовый мед уже наверх поднять, подбить и освободить место для нектара, потому что нектар пчелы сюда приносят в первую очередь между расплодом. Они тут его выпаривают в нижних корпусах, а потом уже поднимают только его же наверх, более зрелым. Ну, такой хороший взяток пошел. Еще час назад уже практически пчелы не летали, там единичные. Ой, уже идет. Не все семьи еще так разлетались, конечно, но некоторые прям вообще нормально уже разлетались. Вот семейки, которые я выводил из роевого. Здесь матка изолирована. Пчелки отлично работают. Идет работа. Дал им тоже куда нектар лить, ну, мед лить, подымать, и они работают. Вот видите. Все, идет работа. Все, пошли дальше собирать. Собрал зрелый мед. Поснимал с них. В принципе, оказывается, глядичи уже снял. Зрелый весь. С ульев. Докачиваю. Вот сейчас на данный момент его докачиваю. Последний, крайний корпус, точнее. Кассы и глядичи. А там уже дальше будет идти сейчас уже мед. Это кориандр, разнотравие. Сейчас уже другой сорт меда идет. Заливается сейчас на данный момент. Улья, ладно. Вот так вот. Чем мне нравится наш степной Северный Крым, это вот этим вот перепадами. То, что с утра, вчера было так холодно, и с утра сегодня оказалось, что все, конец света. Пчелы сидят. Все затихло, все замерло, а потом с обеда, после хорошего ливня, поперли пчелы дальше собирать. После такого ливня земля, сами видите, промокла хорошо. Ну, как для северного Крыма, для нашей полупустыни. То сколько не лей, оно, блин, как в прорву. Все уходит, но все, растения попили, и нектарчик пойдет с новой силой. То там уже реально все подсыхать стало. Это уже второй дождь за последние дни. И впереди еще обещают на неделе дожди. Поэтому еще, может, не последний
в этом месяце. Все. Что там? Ромка говорит или кто-то говорит, непонятно. Ладно. Спасибо за просмотр. Всем пока. На солнышке вообще красота. Ай, красота.